Привет, ребята, привет, чатик, привет всем, как меня слышно? Нормально ли? Турбоварк, привет, привет. Ваграм, привет. Гарус, привет. Кирилл, привет, Катариада. Привет. Да. Такое ощущение, что ты прям ждала, когда это начнется. Чё покажут? Какой тяжелый сдох. Привет, просто Дима, привет, Михаил. Слышно хорошо, отлично, замечательно. Я долго думал, стоит ли вообще сегодня еще что-нибудь стримить, потому что я чутка уже подупоролся. Но подумал, что после танков, после такого упоротого стрима, для того, чтобы просто немножко отдохнуть, пообщаться с вами в нормальной, спокойной остановочке, я постримлю что-нибудь хорошо знакомое мне. И, скорее всего, даже хорошо знакомое вам. Потому что на моем канале обычно, ну, я примерно понимаю, какие люди. Примерно понимаю, что им интересно и что это вообще. О чем это? А даже если вы не знаете игру и тот задник, который сейчас стоит на картинке, то вы узнаете. Нет, это не Fallout. Гарус, твою же дивизию-то, ну блин, ну это же... А ладно, сейчас узнаете. Нинджа, спасибо, да, видео по Ведьмаку, я надеюсь, очень хорошее, я ими горжусь, они мне тоже очень нравятся. Вот, а что будет сегодня? Да я думаю, кстати, на стриме-то написано, что поиграем сейчас чуть-чуть в Готику, я вот прям вот захотел чутка в Готику поиграть. Я подумал поиграть в Skyrim, подумал поиграть в Fallout, подумал проиграть еще во что-то, но понял, что все эти игры, они довольно новые, они довольно мне не сильно знакомые, и много что нужно сделать. Я не могу в них успокоиться, там будет все такое новое. А Готика, она добрая, она атмосферная, она теплая. Просто сколько всего можно реально творить в том же новом Fallout, это просто угарно и так далее. Это было во время... Но этого сейчас не хочется, сейчас хочется чего-нибудь такого попроще. Например, Готики, да. Вот, и знаете, что самое, вот то, ради чего, что меня сподвигло, грубо говоря, поиграть в Готику. Совершенно случайно, прослушивая там плейлисты, я наткнулся на песенку из игры, из Готики, собственно говоря. Правда, из второй части, но я просто обожаю ее. Я когда ее услышал, у меня аж мурашки по телу было. Я ее как-то использовал в видосе еще давно-давно-давно-давно. Это тема из Зиркендара. Вот она. Я когда ее слышу, у меня аж все внутри дрожит от воспоминаний, от эмоций, от того, что было, от того, что ты испытывал, когда проходил эту игру. И причем, с одной стороны, думаешь, ладно, там современные MMORPG, когда ты там делаешь осады, там захватываешь замки, выстраиваешь какие-то армии, это тоже клево, но тогда был только ты, был твой безымянный герой, пляж, Грег. Я не знаю, это то, что называется душой игр, это то, что называется такой пресловутой атмосферы, которой якобы вроде как нету в этих в современных играх. Но ладно. Сейчас мы до конца эту музычку дослушаем и уже начнем играть. Я хочу именно нормально поиграть в Готику. То есть мы уже с вами делали стримчик по Готике. Много комментариев было под ней. Типа, Ребус, поиграй в Готику, я подумал, что да, самое идеальное, просто часик, может быть, два, недолго, потому что я сегодня уже довольно много стримил, поиграть в Готику, буквально чуть-чуть, не больше. У кого-то что-то шипит? Нет? Ничего ни у кого не шипит? Ну ладно, значит, давайте уже, собственно говоря, начинать стримить. Готика опять у меня тоже не запускается нормально. На OBS, поэтому приходится ее стримить как рабочий стол. Так, Ребус, что там насчет записи стрима по Ведьмаку? Ну, я уже завтра выложу, сегодня я уже не буду этим заниматься точно. Эдка, оперируйся с Наташей, я порвусь на трех стримах сразу. Она в Гвин все-таки начала стримить, да? Она собиралась. Ой,
Что это? Сюжетка. Я надеюсь, все знают, долгие что это готика. Годы правил Рабар II народом Миртаны. Кстати, на картинке на превьюшке был именно Рабар II. Вот он. Только девочек не хватает. Он победил всех врагов своего королевства. А вы не видите, да? А вы не видите ее. Меня зовут Диего. Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь? Что я думаю? Что я, Диего, знаю о тебе даже больше, чем ты сам о себе знаешь, потому что я побывал в будущем. Про письмо Верховному Магу Круг Огня я говорить тебе не буду, потому что ты можешь у меня его отобрать. Почему ты помогаешь мне? Я знаю. Ой, я знаю, почему ты мне помогаешь. Ты станешь моим лучшим другом. Ну ладно, давай послушаем, что же он, почему же он помогает? Почему ты помогаешь мне? Потому что тебе нужна была моя помощь. Буллит со своими парнями мог запросто убить тебя. Да утопил. А я не мог просто стоять в стороне и смотреть. Я проделал этот долгий путь для того, чтобы сделать тебе одно предложение. Предложение? Да. Я думаю, после знакомства с Шайкой Буллита ты понял, что тебе нужна защита. Каждый, кто попадает сюда, имеет выбор. В колонии есть три лагеря, и ты должен будешь присоединиться к одному из них. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь – лучшее место для них. Ой, Диего, да я знаю, что ты мне хочешь сказать. Я благодарю тебя за помощь. Это твое решение. Рад был познакомиться. Никаких HD текстурах. Ура, первая глава. Единственное, у меня очень громко музыка орёт. Скажите, как вам? Музыка не громко в готике? А то она завывает так. Так, кажется, я ее даже уменьшал. Да давайте вот чуть-чуть музыку уменьшим. По поводу HD текстурок, по поводу DirectX 11, да, я знаю, что можно игру запустить, я знаю, что ее можно, да, там с бубном поплясать и запустить, что она будет выглядеть гораздо симпатичнее, но не сегодня. Сейчас я не хочу это делать. Может быть, когда будем проходить готику, это сделаем. Сегодня у нас просто, да, у нас сегодня не запланированные стримы, поэтому я просто играю, чтобы чутка отдохнуть. Пообщаться с вами, может быть, что-то рассказать, может быть, что-то посмотреть. И заодно просто насладиться этой игрой. Я давно ее не заходил, давно в нее не играл. Поэтому очень хотел опять это делать. И очень прикольно это делать вместе с вами. Поэтому я никаких модов не устанавливал. Это абсолютно дефолтная игра. Единственное, что здесь стоит небольшой багфикс о снежков. Соответственно, озвучка идет о снежков. Багфикс стоит такой, чтобы там не было критических вылетов, чтобы игра работала нормально в разрешении, не более того. Долгая задержка. Да, может быть и так, но я в любом случае с этим ничего сделать уже не смогу. Так что играем как есть. Да, это готика. Для тех, кто не знает, это игра 2001 года. Она считается одной из, ну как сказать, основополагающих старых игр, которые задали именно вот, ну как задали, можно сказать, основатели жанра RPG от третьего лица. То есть это не самая олдфажная RPG-шка, конечно, тут нельзя сказать, что она одна из самых первых. Но именно если мы рассматриваем с видом от третьего лица, то да, она одна из первых. 2001 год. Ну, так что игра очень старая, то есть старше, чем первый Ведьмак. Какова предыстория? К сожалению, мультик нам посмотреть не дали. Я смотрел, он его не захватывал ОБС. Как бы это нормально вообще. Ощущение есть такое. Поэтому я расскажу, что есть такой Рабар II, правитель Миртаны, он воюет с орками. То есть он победил типа всех своих врагов, точнее Рабар I победил всех врагов, кроме
кроме... Блин, я забыл, как драться. Так, кажется... Отлично. Ладно, не сейчас. Это точно не сейчас. Вот, он победил всех врагов, кроме орков, и для того, чтобы бороться с орками, ему нужна магическая руда. А магическую руду можно получить только на острове Харинис, потому что истинное месторождение магической руды Севера орки давно отвоевали. Что ты здесь делаешь? Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к месту обмена, особенно эти головорезы из нового лагеря. А, ты новенький, которого швырнули только сегодня, верно? Да, это я. Остерегайся типов из нового лагеря. Я работаю на старый лагерь, так же, как и все, кого ты видел у скалы, где происходит обмен. Ты уже поговорил с Диего? Нет. И чего же ты ждешь? Он у нас занимается новичками. Он много знает о колонии, и знания эти пригодятся тому, кто здесь недавно. О да, орков не победить. Мне нужно какое-нибудь оружие. Возле брошенной шахты, дальше по этой тропе, наверняка можно найти что-нибудь. Но не стоит лезть в драку с чем-то вроде ржавой кирки. Эти штуковины слишком тяжелые и неудобные, чтобы быть хорошим оружием. Ржавая кирка — это самое удобное оружие. Неопытный боец должен использовать их лишь в случае крайней необходимости. Как раз наш случай. Все, спасибо. Постарайся добраться до старого лагеря целым и невредимым. Ты нам уже ничего не скажешь. Сейчас, подождите секунду, ребята, у меня там, кажется, кот с ума сходит. Они обычно такие. Да, чатик, всем привет, буквально 10 секундочек. Ох уж эти коты. Вот. И мы являемся безымянным главным героем. Кстати, имя мы его так пока и не узнаем. Как минимум в первой готике точно. Да и во второй тоже. Вот. Потом нас, конечно, нарекут непонятным именем. Но это уже, ладно, дело третье. И мы за какую-то провинность попали за... магический барьер, который возвели вокруг рудников, чтобы запихивать туда, засовывать точнее туда всех правонарушителей, чтобы они добывали руду. Вот мы туда и попали. Блин, я все-таки хочу убить этого мужика. Давай, безымянный. Отлично. Хорошая попытка. По поводу готик. На самом деле мнения, как всегда, разделяются. Кому-то нравится первая, кому-то нравится вторая, кому-то нравится третья. Мне лично нравится первая и вторая готика больше всех. Я не могу их разделять, потому что они, ну, грубо говоря, логически полные продолжения друг друга. И сказать, что одна готика лучше, другая хуже, я не могу. Третья готика сама по себе, как игра, нормальная. Это хорошая, хорошая, неплохая RPG-шка, которая достойна того, чтобы ее пройти, может быть, даже не раз. Особенно если установить на нее все эти неофициальные, официальные, полуофициальные патчи, которые на нее выпускала комьюнити любителей готики. Так вообще, самая вообще неплохая игра. Но это не готика. Это не продолжение готики. Это просто новое RPG условно. Да, даже не в мире готики. Мы попадаем совсем в другое королевство, совсем другую атмосферу. Получаем... совсем другого главного героя, причем как внешне, так и по харизме. И я даже не знаю, что их, ну, только названия, имена связывают между собой. Поэтому мне лично она не очень нравится. Именно как готика. Как игра, да. Почему нет? Все нормально. Ничего не могу сказать. Когда ты будешь делать билды по ТЭС онлайн? Ну, самое... для начала это мне бы ее вообще купить и хоть начать играть в ТЭС онлайн. Я только сегодня узнал, что оказывается... что оказывается на ТЭС онлайн есть русификатор. Я не знал, потому что вообще написано, что официально игра русский язык не поддерживает, поэтому...
Как-то так. Ну, я так понимаю, русификатор какой-то фанатский, неофициальный. Я погуглю, посмотрю, что это за русификатор, как он вообще себя чувствует. Может быть, и куплю, поиграю в нее. В принципе, я давно искал себе какую-нибудь MMORPG-шку, в которую можно поиграть, и это было бы интересно. Но пока не нашел. Я вон даже Black Desert, наверное, скачаю, попробую поиграть на выходных, вообще посмотреть, как она ощущается. Не более. Ну, а потом тест онлайн можно. Если она, ну, перевод там хороший, и он поддерживается. Потому что меня больше всего не волновало именно отсутствие перевода. Потому что я с английским не очень дружу. Вот. Само по себе Готика игра отличная. У нее очень довольно высокий порог вхождения, потому что она сложная. Тут для того, чтобы поднять один предмет с пола, нужно нажать на 4-5 кнопок в определенном порядке. То есть любой новичок просто не сможет разобраться в этой игре. Кстати, как и я в свое время. Для меня поднять там первую малину, это было сродни испытанию на вшив, знаете, там, я мог быть, кто-то мог быть отличником в школе, но потом зайти в Готику и понять, что он не может понять, как здесь управлять. Ничем. Играл ли я в Гвинт? Да, конечно, я в Гвинт играл, я даже выпустил несколько роликов по нему. Ключ мне не пришел до сих пор, ну, то есть официально мой ключ, на который я подавал заявку, ключ мне подарили. Ну, то есть кто-то из подписчиков, точнее я знаю, кто из подписчиков, это Виктор. Он в чатике в Телеграме у нас постоянно сидит, рассказывает там про всякое интересное из мира Ведьмака. Вот. Так, давай попробуем сохраниться. Сохраняшечку сделать. И убить этого падальщика. Нормально. Руки помнят. Да, странно, ключ зажали, я тоже удивился, казалось бы, учитывая, что скоро ОБТ стартует, сейчас они от ключей избавляются просто в бешеных темпах, в нереально бешеных темпах. Ой, сейчас они вдвоем меня порешают. Нет, да твою же мать, сдохни. Вот, поэтому они сейчас от ключиков избавляются, но мне он так и не пришел, и это очень-очень-очень странно. Но я надеюсь, что все-таки до старта в БТ мне еще придут ключики. Вот, играл, но сейчас я не играю, потому что мне не нравится вся эта формат с патчами, которые меняют полностью баланс игры, и ты все, что ты собирал, все, он идет на смарку, и по факту ты начинаешь играть абсолютно в новую игру. Зачем? Не знаю. То есть, ну, на плане ЗБТ и даже ОБТ это как бы нельзя сказать, что это плохо, потому что они тестируют игру, они тестируют баланс и говорят, что вот они ублюдки, я не могу, но и играть мне в это неинтересно. Сама по себе игра мне понравилась. Мне очень интересно в нее играть. Я буду в нее играть, будет стрим по Гвинту, где мы поиграем, ну, либо вместе с кем-то, либо еще что-то. Я не знаю, посмотрю в записи стрим у Натальи, у Леди Ребус, которая, если она реально хорошо играет в Гвинт, а не как с танками, то буду ее просить мне помогать. То есть я буду играть сам, она будет вместе со мной смотреть стрим, подсказывать, что делать, чтобы я вниз лицом не падал перед подписчиками. Вот. Поэтому как оно выйдет в ОБТ, я думаю, поиграем как раз таки под повод. В Гвинте есть много всякого такого. Насчет казни не могу сказать, что казнь какая-то особая карта. От нее можно вполне себе защищаться, и эта карта есть у всех. То есть, насколько я помню, нет такого, что типа там она только, например, у монстров. Привет всем, кто присоединился. Всех еще с праздником. У кого сегодня еще 23 февраля. Просто у меня уже не 23 февраля. Поэтому меня можно с праздником не поздравлять. Но всех остальных поздравляю.
У меня сейчас уже почти 2 часа... 2 часа ночи, офигеть. У меня уже сейчас почти 2 часа ночи, и праздника никакого нету. Хотя 3 праздничных выходных дня все еще осталось. Это классно. Какой лагерь в первой готике лучше всего? Я не знаю. Нет такого определения, какой лагерь лучше. Потому что ты все равно попадаешь... Отлично. Твою ж мать. Сейчас я умер. Раю. Я, кстати, как-то отучил себя пользоваться этим багом на бессмертие. Ну, когда при падении ты никогда не умираешь. Вот, но, наверное, если мы говорим о прохождении, то это будет лагерь. Старый лагерь. Старый лагерь, потому что старый лагерь, он как бы это, так сказать, каноничнее, что ли. То есть это первый лагерь, в который попадает главный герой. И я, знаете, это такая РПГшка, в которой ты реально хочешь отыгрывать персонажа. Ты постепенно с ним знакомишься, и ты понимаешь, как бы поступил, допустим, мог бы поступить на его месте реальный человек. Вот я думаю, что реальный человек, который по воле случая попал в такую передрягу и попал за барьер, он хочет выжить. А чтобы выжить, ему нужна какая-то защита, какой-то дом. Идеально для этого подойдет старый лагерь, потому что он первый. А потом уже через какое-то время можно уже заняться и другими лагерями. Впрочем, так и получается. Там на самом деле квестов, которые тебе дают в зависимости от лагеря, почти никаких. Прокачка тоже почти никак не меняется. И ты в любом случае... попадаешь и в болотный лагерь, когда начинаешь разбираться там с ними, и потом в новый лагерь, в конце концов, становясь магом воды. Так что все это так. А вот во второй готике лагеря уже имеет значение, потому что там не только меняются квесты, но и даже отношение к тебе других людей. Больше всего именно в старых лагерях, ой, во второй готике мне нравится... маги. Причем даже не потому, что мне больше всего нравятся маги, а просто потому, что отношение, когда ты маг, просто представьте, чувак, которого садили за барьер, который сбежал с барьера, которого изначально даже не хотели пускать, не будут хотеть пускать в Харинис, опа, и стал магом огня, и все паладины перед ним должны расстилаться в поклонах, все дела. Ну это просто прикольно. А так я обычно проходил за наемников. Ну, мне, во-первых, нравится очень сильно броня наемников. Самая базовая, которая идет драконоборцев. Ну, она такая прикольная, внешне чисто. Вот, во-вторых, никакой магии. Я не то, что не люблю магию, просто как бы ты либо маг, либо воин, либо кто. Поэтому наемник — это чистый воин. Ну и плюс наемников очень много тех, кто сбежал из-за барьера, кого мы и так знаем. Поэтому нормально. Что еще будет на стриме? На сегодняшнем больше ничего. Сейчас буквально часик, полчасика, два часика, не знаю. Вот пока будет интересно, поиграю в готику. В эту игру богов, да. Вот, и все, и пойду спать. Потому что я сегодня не спал днем, не спал перед стримом. Поэтому я уже довольно упоротый. Довольно уставший. Просто, знаете, как кто-то книжку читает перед сном, вот я решил чуть зайти перед сном почитать готику. Потому что я все, у меня уже свет везде выключен, я уже готов ложиться спать. 4 минуты задержка. Фига себе. Ну, это, наверное, потому что... У меня опять не открылось. Это, наверное, потому что рестрим нагружен, все дела. Может быть, Twitch, кстати. Может быть, на Твиче происходят сейчас какие-нибудь эти отборочные там. Старлодеры. Все дела. Попробуйте на ютубчике. На ютубчике вроде не такая задержка. Да, Владислав, а что, она победила там всех? В Владивосток, да, у нас уже 2 часа ночи в Владивостоке. Между моими сообщениями секунд 15. Да, смотрите, ребята, если что, на ютубчик переходите. Потому что на ютубчике говорят задержка в секунд 15. Это нормально.
Че, Владислав, рассказывай, как там она провела стрим? Победила всех? Заработала денег? Да, в StarCraft я не играю. Как-то, если честно, никогда не играл, никогда не пробовал. Да, на Твиче 10 секунд задержка, нормально. Я думал, это выяснили еще очень давно. Вчерашний стрим я еще не выложил. Ну, если прям сильно хотите посмотреть, можете на Твиче посмотреть. А так я завтра его выложу. Просто сегодня день был такой довольно насыщенный. Я не хочу в это ввязываться. Поэтому каждый я не успел его выложить. История. Пока меня не впутали. Эй, ты! Что тебе? Просто хочу предупредить тебя. Дальше начинаются наши охотничьи угодья. Чувак, ты из нового лагеря и находишься рядом со старым. Может быть, ты не будешь таким дерзким? А на кого вы охотитесь? В основном на падальщиков. Много мяса, и не так уж сложно с ними справиться. Если, конечно, знаешь как. В самом деле? И как же? Спроси у моего приятеля Дракса. Он знает об этом больше, чем кто бы то ни было. Я из стрима никого не исключаю. Есть несколько модераторов, которые могут забанить или замьютить на некоторое время, если вы будете спойлерить. Ну, это касается Ведьмака, конечно же, потому что спойлерить в Готике бессмысленно. Я ее знаю наизусть, так что спойлерите, заспойлеритесь. Я вам и то по ней больше расскажу. Благодарю за помощь. Благодарю за помощь. Не думай, что все будут такими же дружелюбными, парень. Да, надо, думаю, можно. Карманы у новичков обычно пусты. Но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки. Я буду иметь это в виду. Ты не должен верить всему. Владислав, чё за тундра? Я не знаю. За ГМЭ... Если ты думаешь... За ГМЭ за мы прирежем. Ёшкин кот. Я не хочу на раз-два потом порвем его. А, во второго кого? Ведьмака похоже, нет. Похоже, назревает проблема. Не играл еще. Я первого-то еще пока даже не прошел. У меня озвучки диалогов в Готике нет вообще. А, в War Thunder? Да я в War Thunder никогда не играл. В смысле? Ну, нет, как-то играл, кажется, когда она еще там в бетке. Ты ведь была. Охотник, так? Похоже на то. А что тебе нужно? Мне очень бы пригодилась пара советов. Я могу научить тебя нескольким хитростям, но все здесь имеет свою цену. И сколько же это будет стоить? Для начала один добрый глоток пива. Дмитрий, а спасибо. Там посмотрим. Вот, пей пиво и расскажи мне об охоте. Падальщиками мы называем этих больших птиц. Атаковать их нужно одиночке. Довольно легко выманить одного падальщика из стаи. Когда ты подойдешь поближе, птица сперва забеспокоится, а затем помчится на тебя. Ты должен уже ждать ее с оружием в руках. Если тебе удастся нанести удар, прежде чем тварь укусит тебя, не останавливайся, продолжай драться, и ты одержишь победу, не получив ни единой царапины. Если же она ударит тебя первой, ну, не стоит до этого доводить. О, спасибо. Но все, что ты мне можешь сказать еще, я знаю, ты будешь я делать не это, хочу в это ввязываться. За деньги. Поэтому я с тобой. Ой, да я не хочу на тебя нападать. Вы мне только что рассказали, как охотиться на падальщиков, и теперь хотите помешать ты мне с этим. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Если ты думаешь... Это голос много кого. Даже в Скайриме этот голос был. Я как в Скайриме этот голос услышал, я аж офигел, думаю... Ёшкин кот, да ладно. Вон, видели? Я его типа начал на себя выманивать, а толку-то никакого. Выманивай, не выманивай, они все равно их поубивают. Ну, хоть возьму с них чутка миска. Хотя, по-моему, они того, которого убили в ближнем бою, сами облутали. Игра для своего времени просто шедевральная. С точки зрения сюжета, с точки зрения атмосферы, да даже графика. Я не хочу в это очень неплохая для 2001 года. Боже. Мне в 2001 году было 10 лет. Прикиньте. В 10 лет я играл в эту игру. 10 гребаных лет.
Это даже не ведьмак, который вышел в 2007. Это 2001 год. Даже Morrowind вышел в 2002, по-моему. Так, Страж, по-моему, ты мне что-то сказать хочешь. Что вы здесь делаете? А как, по-твоему? Охраняем мост, конечно. Мы следим за тем, чтобы ни одна хищная тварь не перебралась на другую сторону реки. А вон там воносы позади летают. Вы не хотите их прибить? Возможно, у тебя есть для меня какой-то совет. Ага. Никогда не ходи в лес в одиночку. Если, конечно, не собираешься перебить всех тварей, которые там обитают. А я-то уж собираюсь. Не забудь заглянуть в старый лагерь. У них уже есть для тебя кирка. Ой, какая шутка, просто от бога. Правда, кроме тебя ее все равно никто не поймет. А, да, румкая озвучка была уже в 2001 году. А, Владислав, я подумал, я не пойду играть в War Thunder. Ну, во-первых, я не могу сказать, что я был в восторге от танков, ну, именно как от самой игры. Конечно, с Натальей и с вами это было забавно играть, но... не знаю, не хочу. И в War Thunder зачем? В первых уровнях кататься... Или как там? Я думаю, там система такая же, как и в танках. Не, оно бессмысленно, я точно не пойду. Не говоря уже о том, что я устал, и у меня уже 2 часа ночи. То есть я уже хочу спать. Я вот сейчас просто чуть-чуть постримить, просто побегать, посмотреть по лагерям и так далее. Да, это Готика, привет, чатик, кто еще подошел сегодня. Играем мы немного, это стрим не запланированный, я его даже нигде не анонсировал. Просто перед сном чутка решил зайти побегать в любимую игру. Бориген, что ты там пишешь? Я твое первичное сообщение не вижу, оно уже пролисталось. Morrowind перепрошел, да ладно, Morrowind невозможно перепройти, это бесконечная игра. Я сколько раз играл в Morrowind, я сюжетку прошел несколько раз, и из них все разы только вне сюжетки. Ну, то есть, вы знаете, это на удивление... Ай-яй-яй! На удивление нелинейная игра. То есть, ты мог спокойно, не проходя сюжетку, пройти сюжетку в Morrowind. И я, причем, первый раз делал это совершенно случайно. Я охренел. Я подумал, что я что-то сломал в игре, а потом оказалось, что это так, типа, так нормально. Но Готика мне все-таки нравится больше. Ну, здесь не для холи срача, а просто по ощущениям, именно по миру. У меня сейчас нет карты, чтобы вам показать, но Готика маленькая. Ну, то есть сам мир, сам Миненталь и вторая часть, они... Карты у них маленькие, ты их знаешь наизусть. Я, например, несмотря на то, что времени провел в Морровинде далеко не меньше, чем в Готике, я его не помню. То есть я знаю города, какие-то дорожки основные, но полностью карты я наизусть не знаю. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Блин, но я сейчас с вами не справлюсь. Пошлите. Вон к тем ребятам. Они мне помогут вас убить. Что они Скайрим и не Обливион? Ну, потому что они Скайрим и не Обливион. Я уничтожу тебя, монстр! Свинья! Ну, почти. Если бы это называли кроссвин. Вот это удача! То, может быть, была бы даже и свинья. Я пущу тебя на мясо, свинья! Че, еще один? Неужели он через реку приплыл? А, Владислав, да... В какую? Игр с коопом слишком много, и во все из них надо играть. Так, чтобы просто побегать, пообщаться, это проще просто реально побегать, пообщаться. Даже не побегать, а просто зайти в Дискорд и пообщаться. Как я сейчас, например, на стримчике по Ведьмаку, ой, по этой, по Готике. Опыт теряешь. Да, я с тобой согласен, Азат, но в отличие от большинства других, меня не слышно?
Ну-ка. Ну, давайте потише чуть-чуть сделаем. А себе погромче. Вот так вот. Я думаю, нормально будет. А, почему все начинают играть в Котику один по одному козрителю каждый день стримят? Я не понимаю твоего вопроса, но я не начинаю играть в Готику. Это просто стримчик на расслабление. Вообще мы проходим Ведьмака. Да, а Готика это просто так. Просто захотят чутка поиграть. И все. Ой, ребята, не хочу с вами разговаривать. Пойдем вокруг лагеря и зайдем с той стороны. Как-то они мне не очень нравятся. А, Лев, я играл... Конечно же, я играл в Dark Souls. Первый Dark Souls я обожаю. А, именно голоса. Тогда это здесь. Даже так же сделаем. Но пока что вы со мной не хотите разговаривать, да? Я помню, я помню. К вам мы попадем чуть-чуть попозже. Ты не будешь против, если убери я... Убери руки! О! Это твоя вина. Мразота. А не мог предупредить? Вернись, трус! Такой сразу за дубинку хвататься, да? Офигеть! Нет! Это что за фигня? В любом случае, эта руда тебе уже не пригодится. Вот ублюдок. Да, это стрим на расслабление после Ивасика, после танков. Просто чутка походить по знакомым территориям, послушать замечательные саундтреки, ностальгические, которые здесь играют на заднем плане. Побиться со стражниками. Слушай, он даже мой меч забрал. Вот ублюдок. А, абориген, а смысл? Я понимаю... Ой, а давайте прочтем. Письмо магам огня. Печать не скрывать. Не срывать. Но мы же можем. Мы же преступник. Глубоко уважаемый мастер Ксардас, мы получили ваше письмо и с большим интересом ознакомились с его содержанием. Итак, мы склонны считать братство весьма опасным. Его деятельность ставит под угрозу дальнейшее успешное сотрудничество в рамках торгового соглашения, что в свою очередь является прямой угрозой королю, королевству в целом и, наконец, вам лично. Очевидно, вам следует высылать разведчиков, чтобы выяснить, как... каких богов и из каких источников братство черпает свою силу. Мы считаем своим долгом положить конец секте и сохранить их знания от попадания в случайные руки. Как только мы получим ваш ответ, мы передадим информацию священникам Иноса. Таким образом, мы надеемся совместными усилиями разрешить сложившуюся ситуацию. В данный момент мы уже привлекли всех наших послушников к исследованию древних рукописей. О наших успехах мы сообщим дополнительно. И пусть Иннос защитит нас. Ой, отлично. Иннос нас... Блин, я даже не могу слово «нас» сказать нормально. Защитит. Так, давайте сохранимся и попробуем быстренько пробежать по ту сторону. Бахан. Счастливо. Да, был уже стримчик по танкам, прошел, он был 4 часа, по-моему, где-то, как раз с 8, по-моему, и до полуночи. Нормально поиграли, нормально пообщались, показали нашу стату о том, что мы умеем нагибать. А, Наталья показала, что она тоже все нагибает. Угу, именно нагибает, ни больше, ни меньше. Да, всем, кто только что заходит, привет. Я вижу, тут народ такой. Многие пришли, многие ушли. Поздоровались и поуходили. Да. Ну, это нормально. Потому что играем буквально так. Часик-другой. И даже не на прохождение. Прохождение Готики надо будет как-нибудь потом сделать. Надо будет установить DirectX 11, какие-нибудь моды. А, может быть, даже дополнения. Ну, и, соответственно, неофициальные. И только потом все эти дела поделать. А сегодня чисто так. На развлечение. Ну и после меня такой кровавый след остается забавный. Зато не потеряешься, если вдруг куда-то в лес уйдешь. Эй, ты! По-моему, я тебя здесь еще не видел. Правильно, я только что сюда попал. Будь осторожен. Снаружи довольно опасно.
Спокойно себя можно чувствовать только в лагере. Богдан. По танкам? А, по танкам на ютубе я запись стрима выкладывать не буду, но всегда можете посмотреть ее на твиче. Кстати, да, на твиче. На твиче, пожалуйста. Эй, ты! Ой, да ладно. Умный мальчик. Голоса, такие знакомые голоса. Чисто российских актеров, мастеров озвучки из других игр. Это я в свое время, когда в первый раз играл только в первую готику, еще никого из них не знал. А сейчас, блин, вообще пипец. Так, здесь, по-моему, никто не живет. Ты не должен верить в самое дерьмовое. Почему ты машешь руками? Ты можешь сказать, что у тебя нет отмычки, что ты не умеешь этим пользоваться, блин. Алекс, да ладно, ты не играл в готику первую? Ну, ты, короче, такой убийца, насильник, вор, в общем, ублюдочный парень. Тебя бросают за магический барьер, что-то типа решетки. Ну, тюрьмы, соответственно, из которой невозможно спастись. А ты такой, оп, в конце игры и спасаешься. Еще и всех других преступников из нее выпускаешь. Я буду спросить, откуда у него это кровище идет, да. Проклятие. Давай, дорогой безымянный, ты сможешь убить последнего жука. Сейчас мы захаваем что-нибудь, чтобы ХП восстановить. Проклятие. Зачем ты меня разбудил? Да, чувак, я тут убил жуков, которые тебя могли ночью съесть. Такой кровавый след. О, да. Забавно. Ладно, надо его заткнуть чем-то. Все, сейчас должно быть нормально. Абориген, третий час ночи. Я держусь на честном слове. Сейчас уже хочу спать и скоро пойду спать. Я уже наобщался. Ты быстро учишься. Какое видео будет дальше? Завтра постараюсь выпустить видео о Ведьмаку. Оно будет не билдом, оно будет таким маленьким коротким видео про Скри. И еще про самую лучшую работу Ведьмак 3. Кровавые следы еще до GTA. О, да. Это прикольно. Все, ГГ там все свои месячные уже заткнул. Растенитом. И все нормально стало. Вопрос про микрофон. Эй, блин, парень, Мэтт! Ты маленький? Я тебя раньше не... Я не хочу с тобой разговаривать. Проваливай. А ты сегодня не в настроении. Скажи, а куда... Мэтт. Блин, ну как же так? Твою ж мать. Я вот специально никогда не ходил рядом с ним, чтобы не зацепить его, и он не активировался. А сейчас пипец какой-то. Хорошо. Что я должен узнать об этом месте? Мы называем его колонией. Ты уже знаешь, что мы добываем руду для короля. Да, Диего, особенно ты прям уже забываешь. Внутри барьера есть три лагеря. Старый лагерь, самый большой. Он был первым. Первый лагерь. Расскажи мне про барьер. Тут нечего рассказывать. Для людей он непроницаем. И что будет, если я просто попробую уйти отсюда? Последний, кто пытался выбраться наружу, очень быстро превратился в покойника. Эта чертова штуковина легко впускает тебя внутрь и держит тебя здесь до конца твоих дней. Если есть способ выбраться наружу, я найду его. Ты уже торопишься убраться отсюда, а? А ведь ты только что прибыл. Да, это про главного героя. Береги себя. О, Мэтт. Не обращай на меня внимания. Я всегда буду с тобой, не волнуйся. Сергей, ну тут видишь, как бы вопрос даже не в том, что я там специально не хочу продлевать стрим, а в том, что я реально уже
засыпаю. Ну как, не засыпаю прям еще, но уже подустал. Как бы да и время уже 3 часа ночи. Так, сковорода. Кажется, я помню, был какой-то баг с использованием жарки, но я не помню, как он используется. По-моему, вот так надо быстро жарить, и он нормально. Или надо вставать. Сейчас посмотрим, сколько у нас в итоге будет курочки. Да, это второй стрим за сегодня. Первый был 4 часа, и он был очень-очень прикольным. Нет, по-моему, этого бага сейчас нету. Ну-ка, сколько у нас там? 20 жареных сков? Ну, это наше, собственно говоря, мясо, которое все это есть. Так, как будет от тебя избавиться? Мат. По-моему, ты раньше был мэдом. Твою ж мать, это же готика! Да, это самая готика. Сделай себе прическу, как у Геральта. Куда мы идем? У тебя есть какой-нибудь план? Богдан, тут, к сожалению, нельзя делать прически, как у Геральта. Ну, в смысле, тут вообще нельзя. Это ой, ты мне говоришь? Я предупреждаю тебя. Сюда, и они... Ты предлагаешь мне платить деньги за защиту? Нет, спасибо. Я сам могу о себе позаботиться. Решать тебе, малыш. Скоро ты пожалеешь о том, что отверг мое дружеское предложение. Увидимся. Береги себя. Вообще, Бладвин, мне, если честно, даже нечем тебе заплатить, потому что меня недавно убили, ну почти убили и забрали всю мою руду, поэтому иди-ка ты подальше. Ты новенький, да? Я тебя здесь еще не видел. Меня зовут Слай. Я предлагаю новичкам работу. Не, спасибо, мне никакая работа не нужна пока. Ты ищешь тихо. Ой, Мэтт, ну твою ж мать, как тебе бояться, я не помню. По-моему, ты не выходишь за пределы лагеря, да? А, достаточно нормально. Завтра в 18.00 по МСК будет стримчик по Ведьмаку. Да, нормально. Собственно говоря, сегодня все стримы, которые были сегодня, это просто стримы на расслабоне такие. Почему бы не постримить? А, ну, по поводу танков, это мы с Натальей еще давно планировали привет, это делать. Парень, я Фиск. У меня есть товар на любой вкус и кошелек. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, обращайся ко мне. Фиск. Я тебя помню, ты и во второй готике есть дополнение. Так, по-моему, идол, ты же меня... Да прибудет с тобой спящий и незнакомец. Проводишь свою деревню. Я здесь для того, чтобы наставить тебя на путь истинный. Кто такой спящий? Кто такой спящий? Спящий говорит с нами во снах и видениях. Он указывает нам путь с тех самых пор, как Юберион впервые услышал его голос. Это было 5 лет назад. Все члены братства отвергают трех богов. Мы молимся о спасении лишь спящему. О спасении от чего? О спасении из этого проклятого места, разумеется. Спящий укажет нам путь к свободе. О да, спящий вам укажет путь к свободе. И что говорит вам спящий? Он привел нас на болото, к руинам старого храма. Там мы построили наш лагерь. Он даровал нам свободу. Никто из нас не гнет спину в шахтах. Он открыл нам волшебную силу болотника. Мы продаем его другим лагерям и в обмен получаем все, что нам нужно. Некоторых из нас он наградил магическим даром. Эта магия куда более древняя и могущественная, чем та, к которой привыкли. Ну еще бы магию демонов не получить. Расскажи мне о магии спящего. Этот дар позволит тебе силой разума творить чудеса. Телекинез, контроль разума, сон. О да, заклинание там что надо. Спящего. И какой же это путь? Путь спящего. Лишь он способен сделать нас свободными. В нашем лагере гуру готовят великую церемонию. Они хотят призвать спящего. До сих пор он говорил с нами в видениях, но теперь пришло время увидеть его воочию. Для этого нам понадобится много последователей. Объедини наш лагерь. Отведи меня в свой лагерь.
Ехаю посмотреть на него. Очень хорошо. Я пойду впереди. Следуй за мной. Да тут, знаете, задержка какая-то странная. Сначала говорили, что она там по 15 секунд. А. Ой. Что тебе нужно? Я хочу предложить тебе помощь. Всего 10 кусков. Вот 10 кусков. И ты должен будешь помочь мне, если у меня возникнут проблемы. Эй, кого ты пытаешься обмануть? Возвращайся, когда у тебя будет руда. Чувак, да я бы тебе, конечно же, дал эти 10 кусок руды, но у меня ее действительно нет. Меня тут недавно обворовали. Где ж ты раньше был? Я лучше бы тебе их отдал, эти 10 кусков руды. Конечно. А задержка? Ну... Эй! Новенький! Меня зовут Мордрак. Запомни это имя, у меня ты можешь купить все, что тебе нужно. И по хорошей цене. Спасибо. Задержка, ну и ладно, на самом деле, вам-то что, вы нормально рейс смотрите. Задержка, не задержка, это все мелочи. Серия Готики не может обрести второе дыхание, просто не из чего. Но я до сих пор удивляюсь, это такая вселенная, здесь столько всего интересного. Вот, например, вот есть этот спящий, собственно говоря. Мы прекрасно знаем, что это демон, которого призвали в свое время орки из другого, ну как, другого мира, другой вселенной. Я не помню, откуда его там призвали. И он остался здесь. Они его пытались себе починить, чтобы он помог им разобраться с другими кланами орков. Но что-то не пошло не так. В итоге он уснул, и сейчас его хотят разбудить. Ну, спящий он, собственно говоря. Грязный, а то спящий. Тварь. Если он проснется, скорее всего, этому миру будет какая-то хрень, потому что это демон, которого здесь не должно было быть. И в конце первой Готики мы, соответственно, его куда-то отправляем. Вот представьте, вы старый, просто древний, разъяренный демон, который хочет отомстить. Почему насчет этого не выстроили ни одну линейную цепочку там второй, третьей, четвертой части Готики? Ну ладно, вторая была на самом деле прямым продолжением, как я и говорю, там спящий покидал этот мир, мы его изгоняли. На обучении Эколи кота крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка. Крышечка? Кто-то задонатил. Покажите мне этот донат. Что-то он у меня не отобразился нигде. На обучение в школе кота. Абориген, я тебя понял. Грязные твари. Ну я не уверен, что у меня... Так. Яркость летела. Я не уверен, что у меня получится безымянного обучить в школе кота. Ну я попробую, конечно же. Так, собираем. Нам это все потом понадобится. Идол порвес. Пошли дальше. Вот, и больше спящий нигде не вспоминается. Ни в третьей Готике, ни в четвертой Готике. Нет, хотя подождите, там в четвертой Готике какая-то хрень была. Но там я не помню про спящего, не про спящего. Про медальон. Я ее... Грязные твари. По-моему, так и не прошел. Ну, в общем, там же была проблема с правами. То есть третью часть делали те же ребята, которые делали и первую, и вторую Готику. Это Пираньи. Пираньи Байтс. Вот. Но третья часть не выстрелила. Во-первых, их заставили ее выпустить раньше времени, когда она была не готова. То есть игра вышла забагованная, просто нереально. Она нереально забагованная была. У нее патчи исправления багов на тот момент были... Блин, я офигею, они, по-моему, по 2-3 гига были. Просто исправление багов. То есть ни новые текстурки, ни новая озвучка, ничего такого. Просто вот исправление багов. Это жесть какая-то была. Но даже если мы посчитаем, что они бы доделали, допилили игру полностью до конца, это все равно была бы не третья Готика. И сюжет бы там не изменился. Сюжет у третьей Готики просто ужасен. Вот. Ну, в плане Готик. Никаких отсылок, ничего нормального. Какая-то война с орками. Какого-то хрена магии исчезла. Такая жуткая фигня. Конечно же, я молчу по четвертую.
Но вроде бы сейчас сказали, что пираньи себе вернули права. После того, как третья готика провалилась, да, потом сделали, непонятно кто делал дополнение к третьей готике, потом сделали четвертую готику Аркания, которую так и неизвестно, как называть правильно. Просто четвертая готика и Аркания. Вот. И только сейчас они вернули себе права и вполне возможно будут выпускать новую часть готики. Будут, не будут, непонятно. Но они уже официально объявили, что четвертая часть не канонична и... типа, наплевать на нее. Считайте, что ее не было. Хотя в третьей готике, в конце третьей готики наш безымянный может стать Рабаром третьим. В одной из концовок. Или, по-моему, во всех концовках. Может стать Рабаром третьим. Клево. Ну нахрена. А вот мы и пришли. Перед нами находится лагерь братства. Заходи в ворота и поговори с моими братьями. Увидишь, что придя сюда, ты не потратил время впустую. Спроси Коргалома. Он занимается учениками и их наставниками. Я же возвращаюсь в старый лагерь. Есть еще много неверных, которых необходимо наставить на истинный путь. Удачи тебе. Много неверных, которых надо наставить. Давай, идол, порвес, иди настаивай, настраивай своих новых послушников, приводи их сюда. Александр В, я... Да, у меня стоит какой-то патч, багфикс, который позволяет, во-первых, исправлять какие-то базовые баги, а во-вторых, помогает игре лучше идти на нормальном разрешении. Алекс, на самом деле задержка очень сильно скачет. То 4 минуты, то 1,5 минуты, у кого как. Приветствую тебя, незнакомец. Ты ступаешь по святой земле. Здесь находится братство спящего. Что привело тебя сюда? Я слышал о том, что вам нужны люди. Я хочу присоединиться к вам. Добро пожаловать. Братство с радостью примет любого, кто готов следовать за духом спящего. Если твои намерения серьезны, постарайся обратить на себя внимание идола Намиба. Ты найдешь его во дворе, за воротами. Но ты не должен обращаться к нему до тех пор, пока он сам не заговорит с тобой. Кстати, на удивление, но самые лучшие доспехи для начального уровня — это у... болотников. Стоят они столько же, сколько и обычные доспехи, которые штаны рудокопа в старом лагере. Но при этом эти дают больше брони. Мне нужны доспехи. Ты должен заслужить право носить доспех стража. Пока же я могу дать тебе набедренную повязку послушника. Это лучше, чем ничего. И это не бесплатно, что бы ты там ни думал. Эй, блин, жалко, конечно, что не бесплатно. Тогда пока. Катериада, я с тобой очень согласен. Вот заходишь. Не хотел бы я. Были времена, Алекс Миега, ну сейчас ровно до 2.29, так что задержка 0 секунд. А, ну это да, вы же на этом потом, на Твиче увидите. О, боже мой. Я не знаю. И ты реально заходишь в этот лагерь болотников, и тебе все настолько здесь знакомо, что это просто пипец. Ты реально как будто возвращаешься в свой родной город и проходишь по его старым улочкам. Такой, привет. Ой, что сделал? Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. С кем? С каждым можно поговорить. Каждый кто-то тебе что-то расскажет. Привет, я здесь новенький. Да пребудет с тобой спящий незнакомец. Расскажи мне об этом месте. Ну, гуру здесь самые главные. Они несут народу слово спящего и передают новичкам мудрость нашего господина. Разумеется, сам он не смог бы поговорить с каждым лично. Но иногда он собирает нас во дворе храма, дабы донести до нас священное слово спящего. Поведай мне о священных словах великого спящего. Надо сначала укуриться хорошенько, и только потом услышать священное слово спящего.
По словам Юбериона, спящий укажет нам путь, как только мы будем в состоянии услышать его. Юберион готовит великую церемонию, в ходе которой вместе со своими лучшими учениками он призовет спящего. Ему помогает Кор-Галом, алхимик, который готовит эликсир, способный погрузить нас в транс. Лишь в этом состоянии мы можем понимать мысли спящего, да еще во сне. Ага, у курицы. Вот что вам нужно, чтобы понимать спящего. На самом деле, мне нравится во многом Готика тем, что здесь как бы мир живет, жил до твоего появления. То есть у курки добывали болотник, там специальные какие-то вещи, эликсиры для того, чтобы попытаться разбудить спящего и внять его слово. То есть это была их цель и их возможность выбраться из этого болота, из этого барьера, да, который их скрывает. Новый лагерь собирает кучу руды для того, чтобы потом взорвать эту руду, либо использовать эту магию для того, чтобы разрушить барьер. Тоже занимается какими-то целями. Старый лагерь просто свыкся со всем и живет как есть. Торгуют с внешним миром, и те, кто там стоит во главе, живут себе не тужат. Все у них хорошо. А главный герой, он, знаете, становится таким катализатором. Типа... Вот у нас есть проблема, и тут появляется главный герой, который помогает решить эту проблему. Ну, то есть, так случается. Да, понятное дело, что вот у нашего безымянного нет каких-то особенностей. То есть, он не сильнее, чем любой другой персонаж в этой игре. Более того, зачастую персонажи в этой игре даже сильнее нас. Даже ближе к концу игры они многие сильнее нас и вполне себе готовы убить нас, если мы совершим то,